вас приветствует супермаркет Семян. Перед вами упаковка томата Шерола от чешской компании Моровосит. И сегодня мы рассмотрим данные, которые на ней указаны. Это название компании. Вот здесь вот тоже еще раз написано название производителя. Название гибрида. Номер партии. Вот он вдоль рисунка. Количество семян в данной упаковке. А также контактные данные производителя. На обратной стороне мы можем найти контактные данные производителя, а также меры предосторожности. Компания Моровосит предупреждает, что это посевной материал, который не нужно употреблять в пищу, хранить в сухом месте, недоступном для детей. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.